конденсат забронировали на 3000 евро. Кирилл Писецкий, выступающий по группе «Энерго 23 лет», лидирует в забеге. Судя по награждению, приглашаются Максим Гаврилов, Олег Брославский, Антон Филиппов. Александр Висель, Дмитрий Никитин. Состав финала юниоров до 23 лет в беге на 200 метров. Роман Сбродов, Федерация, 23,22 забитый. Вадим Шагбуддинов, ШВСМ, 23,12. Антон Новиков, Академия, 22,66. Александр Семенов, Невская, 22,16. Никита Искошева, СМ, 22,05. Степан Афанасьев, Невская, 22,63. Егор Платонов, лидер, 22,84. Владислав Борисов, Федерация, 23,01. Финал состоится в 19:50. Анастасия Суркова, Ксения Псаломщикова, Мария Станкевич приглашаются к суде по награждению. Денис Кайзер возглавляет сейчас забег за 2 километра до финиша, 2:56.36. Время лидера на отметке 1 километр. Денис Кайзер без забега и совсем немного выступает группа из 4 спортсменов. Менее 4 кругов до финиша. Внимание тренеров, старших тренеров и всех заинтересованных лиц. После окончания соревнований состоится тренерский совет по комплектованию сборных команд города для участия в первенстве России среди юниоров до 20 лет и среди юниоров до 23 лет. Приглашаются все заинтересованные лица.
собрание состоится на трибуне стадиона после окончания соревнований. Денис Кайзер во главе забега, а вот на второй позиции Владимир Никонов. Он выступает по юниорам до 20 лет. Минут 56 секунд. Время лидеров на отметке 2 километра. За километр до финиша. Денис Кайзер и Владимир Никонов в главе забега. Замыкает тройку лидеров Глеб Мастеров, Академия имени Можайского. Денис Кайзер, Вивка, Владимир Никонов, Академия. И Глеб Мастеров, Военно-космическая академия имени Можайского. Тройка лидеров. Сейчас на беговой дорожке за 600 метров до финиша. Так звучит колокол. Последний круг до финиша. Остается пробежать лидеру. Денис Кайзер, Военно-институт физической культуры, сохраняет лидерство. Владимир Никонов, Академия, на второй позиции. Денис выступает по группе юниоров до 23 лет. А Владимир Никонов, который сейчас на второй позиции, выступает по группе юниоров до 20 лет. Прямая, но с бычком отрезки дистанции. Лидер забега на 3000 метров Денис Кайзер. Становится победителем соревнований среди юниоров до 23 лет. Владимир Никонов, Академия, победитель среди юниоров до 20 лет. Победитель забега 83-65 сотых.